Подводный мир удивителен и очень разнообразен. Вот, например, рыба фугу. В ее иглах содержится очень токсичный яд, который в 1000 раз опаснее цианида. Одна такая рыбка способна убить сразу 30 взрослых человек. А это ее детеныш, еще не такой опасный. Тем не менее, прикасаться к нему тоже не стоит. Для защиты потомства мама фугу выделяет некоторое количество токсинов на икру, а после вылупления икринок эти токсины прилипают к телу мальков, так что детеныши под защитой. А это зародыш самой опасной медузы в мире. Пройдет немного времени, и она станет очень ядовитой. Кубомедузы имеют стрекательные клетки, ожоги от которых могут быть смертельны для человека. Они вызывают дикую интоксикацию, вплоть до остановки сердца.